Всем доброе утро. Сегодня 23 мая. Давно-давно я вам не снимала никакого обзора, потому что такой у меня голос, что пугать вас не сильно хочу. Посмотрите, как у нас тут кто растет. У нас тут есть пеларгошки, бархатцы, виолы. Пеларгошки, которые наномикс, пеконии клубневые. Так, томатики, капуста, цветная, ранняя, поздняя, ампельные. Вот такой у меня сбор сидит на укоренение. Ну, все тут и кофея, и ампельная петунья, калибраху есть. Вот такая, вот такой череночек моей любимой петунечки. Так, у меня есть гортензия. Виола, вот такая смешная, лаванда, темно-фиолетовая, сальвия, томатики. Так, здесь пойдемте, кашпу почти разобрали, сажаю новые. Так, лавендер, вот такой. Ампельный кустик плотный, такого цвета. Калибрашки, вербена. Такого цвета приятного, бледно-бледно-розового. Алоэ, бальзамин, земляника, ну клубника. Так, и ампельная петунья. Также есть петунья, которая по 30 рублей по одной штучке. Ежемалины, темберли, патиссоны, перцы. Так, тагетисы. Смотрите, какой. Это он еще не в открытом грунте. Видите, какая шапочка. Это он еще в маленькой-маленькой кассете. О, помидорки. Смотрите. Помидорки. Пойдемте в ту теплицу, вам еще покажу. Здесь у меня овсяница. Огурчики из ящика. Хризантема мультифлора. Петуния, лобелия, дельфиниум. Так, здесь у меня посажены огурцы, арбузы. Пойдемте в другую тепличку, вам покажу.